Это предновогоднее утро. Встречают с вами Анна Жамбадал, Дмитрий Соловьянов. И тема-то у нас тоже новогодняя. День новогодних подарков. Да, если вы не выбрали еще до сих пор подарок, то смотрите нашу передачу и пользуйтесь нашими советами, да. Правильно? Ну что же, а мы готовы продолжать. И прямо сейчас, я думаю, что наша студия должна вновь зазвучать. Пора. Правильно ведь? Да, пора. У нас в гостях Владислав Негометьянов, студент замечательного Челябинского автотранспортного техникума. Ну что же, здравствуйте, Владислав. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, как у вас новогоднее настроение, уже чувствуется? Да, наверное, чувствуется, но только по погоде. Холодает ближе к Новому году. А эта неделя действительно у нас будет очень холодной, поэтому, да, вы верно заметили. А подарки купили уже? Скажите честно. Я не купил, но знаю, что вам уже купили. Да, вокальному коллективу купили. Ух ты, отлично. Ну а вообще какие-нибудь пару, скажите, не знаю, лайфхаков, что можно подарить, да, действительно, на Новый год? Ну, я не знаю, вот как музыканту нам директор... Микрофон шоколадный. Нет, Евгений Петрович Гонтарев, наш директор техникума, подарил нам бас-гитару, но вот такой замечательный подарок, я думаю, для студии, да, для музыкантов. Ну, а вообще, если говорить о семейном, ну, наверное, мама постоянно дарит носки, супруга дарит парфюм, он... Когда вы сказали про маму, я подумала, что вы еще с мамой живете. Ну что же, Владислав, мы хотим, чтобы вы сейчас подарили всем новогоднее настроение. Я думаю, что под вашу песню мы обязательно придумаем, что еще можно подарить нашим близким. Зажигайте! Приходит год молодой, а старый уходит вдаль. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. И в Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют, когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, дано свершится мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг в преддверии новых дней, и обернется снежинкой вдруг жар птицей. Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что же, спасибо. Как хорошо это стало. Давайте скажем огромное спасибо нашему гостю. У нас сегодня Владислав Негометьянов, студент Челябинского автотранспортного техникума. Спасибо вам огромное.